Российскому спорту предрекли новый триллер перед Олимпиадой 2020. Четырехкратный олимпийский чемпион и кандидат в президенты Олимпийского комитета России, ОКР, Александр Попов опасается, что российский спорт ожидают новые допинг-разбирательства из-за утечки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС. «Была украдена практически вся наша база данных, чем это грозит, я думаю, вы понимаете. Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль. До 2020 года осталось 26 месяцев, а сколько осталось времени на решение этих вопросов? Максимум 12. Заявил Попов на собрании Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта. В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства, УАДР. Его показания легли в основу расследования независимой комиссии УАДР под руководством Ричарда Макларена, непризнание выводов которого с российской стороны не позволяет восстановить в правах российское антидопинговое агентство. Из-за допинговых разбирательств сборная России не была допущена до участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Атлеты, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета, выступали в нейтральном статусе и не имели права использовать национальную символику. Больше важных новостей в TELEGRAM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.